Бывший заместитель главного врача по лекарственному обеспечению Ухтинской городской поликлиники номер 1 Наталья Дмитрук выслушала приговор городского суда. Ей вменяли злоупотребление служебными полномочиями и получение взяток. Замруководитель лечебного учреждения попала в поле зрения республиканских борцов с экономическими и коррупционными преступлениями. Оперативники выяснили, что фигурантка, нарушая законодательство о госзакупках, отдавала приоритет нескольким коммерческим организациям и заключала с ними выгодные контракты по поставкам медикаментов и расходных материалов. Причем далеко не бескорыстно. Получала денежные средства на банковскую карту в виде взятки. При этом обеспечивала, совершала действия в пользу указанных взяткодателей, обеспечивала их победу на аукционе или выбор непосредственно этого поставщика в качестве поставщика расходного материала по так называемым прямым разовым договорам. Сумма денежных средств, которая была получена ей, приблизительно около 500 тысяч рублей. Следствие выяснило, что Наталья Дмитрук, кроме официальной работы, фактически руководила коммерческой компанией, с которой и заключались наименее выгодные для медучреждения прямые разовые договоры. В 2013-2015 годах прибыль аффилированной структуры чуть не достигла 3,5 миллионов рублей. Свою вину экс-зам главврача признала частично. Ухтинский суд признал ее виновной и в качестве основного наказания назначил штраф в 3 миллиона рублей. Кроме того, в течение 3 лет лишил права занимать определенные должности. Этот приговор еще можно обжаловать, что, скорее всего, сторона защиты и сделает.